Всем приветик! Сейчас прогреваюсь и будем ехать с Дашей на танцы. Тоже Дашулька. Вы знаете, я, конечно, бы и не ехала сегодня. Давай. Отворот тебе надо включить. Сегодня едет Лена, Костя. Костя везет Алису. Вот, то, в принципе, я могла бы и не ехать. Но тут такое дело. В общем, несколько занятий назад Даша забыла свою тальку. Тальку для рук, вот. Потом она нашлась, и Даша пропустила как раз это занятие. Вот. Ей написала подруга, что талька ее нашлась и опять потерялась. Ну, талька-то такое. Дело в том, что когда я говорю Даше, говорила, но уже ничего вернуть нельзя назад. Когда идешь на тренировку, снимай колечко свое, снимай часы эти. Вот, она снимала, ну как снимала. Пришла на тренировку, положила на стульчике телефон, сверху положила колечко, часы, и себе ребенок занимается. И где-то это утерялось колечко. Так вот, я просто хочу сегодня спросить у тренера, у них же там есть уборщицы, может, оно где-то упало, закатилось, понимаете? Может, его уже нашли, а мы просто об этом не знаем, вот, потому что дома обыскали все. Ну, тупо все обыскали, и колечка нету. Даша, конечно, волнуется по этому поводу, и очень неприятно. Это колечко мы ей дарили на день рождения, вот, на 13 лет. Это серебряное колечко в виде такой короны. Вот, она все время его, ну, носила, не снимая. И тут, короче, такая некрасивая история. Где-то, я не знаю, посеялась. Ну, я очень надеюсь на то, что, в любом случае его нашли. Ну, и надеюсь, верю в то, что тот, кто нашел, его вернет. Но я же говорю, может, эта уборщица там подметала. Ну, в общем, надеемся на лучшее. А там будет видно, как уже будет. Бежит моя Дашеня. Что, тебе холодно, Чеша? Нет. Твоя сяпка? Ой, да. Шо? Ого, не привыщу тебя так видеть. Чего? Ты же никогда обувь не красила. А, кстати, да. Кстати, да, я никогда не красила губы. А сегодня у меня что-то... Я не знаю, захотелось. Короче, вот я так просто... Блеск твой, он такие пахучий, такой... Иначе малинка такая. Прям таки свежо вырвана за уроду. Такая смачно. А где ты ее взяла? Ты моя в сумке где-то надо. Не, не в сумке, так я с дома накрасила. А моя сумка в доме, да? В смысле, у Су? Нет, другая, вот та. Дома, да? Да, зачем она тебе? Просто там что-то было. Я не помню. Здесь что-то. Все. Что там было? Я... Потому что мне... Кстати... А, пауэрбанк был, если я помню. А сколько тебе заряда? 90 с чем-то. Так тебе хватит. Ну да, ну... А, ну да, если гулять, то, конечно, может не хватить. Ну, покажи свой моник. А ну положи на телефон или на куртку, бо оно так свечивает. Такие у Даши. Необычные ногти. Прикольно. Идут наши девчонки. В магазин ходили. Папа! Юля уже пришла. Да, пришла уже Юля. Иди заниматься. Прикольно. Thank you.
здесь и Алиса надо. Сейчас Алиса будет делать. Да, на вид, конечно, легко. На самом деле не так легко, как кажется. Это ж тоді в Даші там на ногах синяки получаются. Боже, так, так и есть синие ноги. Боже, який синяк. Офигеть. Тебе ж нога труситься. Капец. У Алисы тоже получается, дивиться. Иди. Thank you.
молодець, Ліска. Ми з Дашулькою вернулися. Представляєте, сразу включилося світло. Але я вам все одно хочу показати фонарик. Дивіться, який він прикольний. А, він надувний. Тобто його можна надути. І він зменшиться до маленького розміру. І він наскільки класно освіщає кімнату. Ось дивіться, оце світло від нього. Він такий маленький. А так, взагалі ярко. Дивіться, як лампочка, тупо всю кімнату освіщає. І на зарядки. Тобто шнур у нього є. От. В розетку втикнула, поки є світло, ну, типу, зарядилося. І все, пожалуйста. Світить собі. Є режими, він може світліше, трошки темніше. Світить, є різніші режими. Взагалі класний такий. Тут його ще раз виключила. І все. А щось темно-темно так. Тут, якщо треба, ну, типа, можна отак здути. Ну, типа, витягуєш, як этот, надувной, як він, круг, то, да, Даша? Здув і все. Ну, таке взагалі. Дашуль, тільки єдине, треба, щоб не потеряти оцей провод до нього. Отут. То давай його кудись втикнемо. Давай, щоб не потеряти. Ну, або в шухляду, звісно. Наш маленький синячок, так? Да? Угу. Оця нога у Даші болить просто... Просто капець. Пожалуйста, так. Я тобі, Дашка, сочувствую. Коли вона оце, я навіть не знаю, Даш, ще, виходить, одне заняття остається, може, ну, його в баню? Бо тому що я не знаю, як ти, ну, отработаєш. Отработаю. Це жах. Я, чесно, я дивилася на Дашу, мені вже було больно дивитися на неї. Прийдеться. Як дивилася, як вона вже займалася, я вже просто думала. І там, ну, там група, звісно, вони постарше, і вже ж давно видно, що дівчатки давно ходять. Такі вже натренувані. Даша, як принесли різинку. Думаю, все, капець. Ну, ти взагалі, чесно, мала, я навіть не ожидала, що ти, ну, наскільки буде така витримка в тебе, видержка. Капець. Да уж. То як тобі в цій групі більше понравилося, чи ні? Сидівайся. Мені там показували, як резинку зав'язувати, якщо... Ну, так, так. Тобі ще одне заняття, типу, ну, отработати. Ну, дивися. Я як сьогодні подивилася, то можеш не отработувати. Та, надо. І ще по поводу колечка ми сказали. Тальку ми купили нову, ну, талька – це таке вже діло. От. А по поводу колечка дуже жалко. Кстати, Юля показала там три колечка, і одне бачила, прям коронка, таке, як у тебе, тільки там, ну, видно, що воно... Старе. Да, воно старе, давно, видимо, лежить. О, і там з такими, типу, камушками якимись, не знаю. Діло не в тому, скільки воно стоїть, це колечко. Ну, тобто, це взагалі діло не в цьому. Діло в тому, що... Оно было подарено вот ребенку на день рождения, это вот как подарок, понимаете? Дело не в том, что там ой-то деньги, жалко, что вот, ну, типа, пропало. Ну, может, десь вернется. Ох ты, кабанчик! Цьому треба ще прибивку зробити. Я завтра їду до електрика, я уїжджаю в 7. В 7.15, наверное, выйду, не знаю, еще 7.20, чтоб... Мне так чисто утром вставать. Я не могу, мне так леньки утром вставать. Передать не могу. И да, ще, по поводу того, что Даша хочет тонировать волосы. От, да. Ну, насамперед, на эту тему она поговорит с папой. Якщо в тебе ще набереться смілості після телефона, планшета, телефона. Ну, не смішно, звісно, блін. Коротше, спросиш у папи. Да, папі позвонить по поводу, що ти вже хочеш затонірватися. Ой, ну то таке. Ну, і я поговорю з Світою, тобто я в неї спитаюся, а вдруг... Понимаєш, я вона почитала, мені пишуть дівчатки, що може бути самий непредвиденний результат, понимаєш? Може бути, ну, капець, може, що. Ну, я не знаю. Так що,
Якось представ, не дуже хочеться мені ризикувати твоїм волосечком. В общем, ну що, зараз зроблю цей влог. Всім тоді говоримо пока. До нових зустрічей. Даша отхекується, отдихується. Я тобі сочувствую просто. Я ж говорю, я на тебе дивилась, мені тебе вже так жалко було. Думаю, блін, жесть. Ну ти молодець, сьогодні відстрілялась.